Сегодня у нас в анбоксинге набор инструментов BikeHand, который используется для работ с системами Shimano. Давайте посмотрим, что у нас внутри этого удобного кейса. Откроем его. Посмотрим по отдельности на все, что у нас здесь есть. Выжимка для цепи. Из особенностей данной выжимки здесь сразу есть ключ, с помощью которого вы можете заменить выжимной пин на выжимке. А внутри ручки спрятан дополнительный пин для того, чтобы можно было зажать его в цепи. Отвертка под крест. Необычный и довольно редкий ключ для съема бонок. Также он совмещает все функции 9-мм и 10-мм накидного ключа. Две большие мощные монтажки, чтобы было удобно снимать покрышки. Набор шестигранников. 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6. Опять же, специфичный шимановский ключ, который используется для затяжки прижимного болта в системах полых. Восьмой ключ, который по совместительству с помощью этого переходника является рычагом для съемников. 15-й накидной ключ, 14-й для того, чтобы подкручивать прижимной болт каретки под квадрат, и 15-й ключ для того, чтобы снимать педали. Хлыст для съема кассет, съемник чашек каретки Holotec 2 стандарта, ключ-звездочка для того, чтобы откручивать болты, прижимающие ротор под 6 болтов, съемник кассеты трещоток, который как раз с помощью данного переходника получает необходимый рычаг. Съемник кареток под квадрат. Опять же, переходник у нас вот сюда вот вставляется. Очень удобно. Плоская отвертка тоненькая. Конусные ключи 14, 15 и 13 с 16. Для того, чтобы затягивать конуса в тулуп. Съемник шатунов. Спицевой ключ под все необходимые ширины ниппелей спицевых. Ну и набор заплаток стандартный, в котором идет клей и ниппель. Ниппельная резинка, которую многие так часто ищут. Ну, чтобы подытожить, я бы сказал, что за небольшие деньги вы можете купить все в удобной упаковке, необходимое вам для простого домашнего ремонта велосипеда. На этот и на другие наборы инструментов вы получите скидку 10% по промокоду «Видеоблог», назвав этот промокод на кассах наших магазинов.